Около 30 тысяч детского населения нашего города обслуживает целый штат медицинского персонала 3 филиалов детской поликлиники. В последнее время немалые средства выделяются на укрепление их материальной базы и техническое оснащение. Основным моментом, который мы тоже успели сделать благодаря местному бюджету и пониманию центральной поликлиники, руководству центральной поликлиники на Революционной 1, наш филиал, который обслуживает Западный микрорайон, мы смогли провести там текущий ремонт общей суммой около 240 миллионов, где полностью обновили все кабинеты, поставили новую мебель, ну то есть создали условия как для медработника, так и для пациента, соответствующие, ну скажем так, нормам современным. Необходимость ремонта этого филиала назрела давно. И как только появилась возможность, сюда были направлены силы и средства. За неделю до проведения этого ремонта одна мама мне звонила на горячую линию и жаловалась: «Вы посмотрите на свое крыльцо, оттуда люди падают». Я говорю: «Мама, потерпите еще недельку, и мы начнем и все сделаем». Сейчас вы сами можете пронаблюдать, что все соответствует стандартам, которые должны быть. Сам филиал был создан в 1982 году для того, чтобы приблизить медицинскую помощь детского населения и улучшить обслуживание детей Западного микрорайона. Поэтому это располагается филиал в нетиповом жилом здании. С 1982 года в филиале не было ремонта. И со 2 декабря 2013 года мы приступили работать в данном филиале после ремонта, который длился 2 месяца. После ремонта здесь все изменилось до неузнаваемости. Светлыми, уютными стали кабинеты, коридоры и подсобные помещения. Поменена в какой-то степени мебель, необходимая для работы. Созданы более благоприятные условия для приема детей в нашем филиале. Полное переоснащение проведено процедурного кабинета, соответствующие санитарным нормам. Созданы условия для отдыха медперсонала. Создана комната для медперсонала. Теперь у медиков филиала появилась возможность более качественно, на высоком уровне проводить прием более 4500 маленьких пациентов, жителей Западного микрорайона. Такие позитивные перемены по достоинству оценили и детвора, и их родители. 4 года мы уже здесь. Ну и как вам перемены? Очень хорошо, стало светло, уютно, как бы теперь радует глаз. У меня как бы 3 детей, вот мы обслуживаемся здесь уже 13 лет. Видно, работа очень красиво стала, свежо, чисто, уютно. То есть даже приятно прийти сюда, вот если вот ребенок больной, и чувствуется забота о детях. Наши дети заслуживают всего самого лучшего. И неоценимо все то, что делается во благо их здоровья и счастья. Я хочу сказать огромное спасибо администрации УЗ центральной поликлиники, нашему заведующему филиалом Киктенко Игорю Юрьевичу за то, что было уделено внимание данной проблеме. И теперь мы можем оказывать медицинскую помощь в данном филиале на более высоком уровне.